Я прямо очки одел для того, чтобы у меня глаза на лоб не полезли, но что мы видим? Мы видим в этом году кухни Боффи на выставке Еврокучино. Но, собственно, на выставке не Еврокучино, мы видим на выставке и салоне, потому что Боффи купили бренд Де Падова, и уже в прошлом году Де Падова выставлялась от имени Боффи, а сегодня вся группа здесь. Возможно, здесь даже увидим что-то для ванной комнаты. Ну, если говорить о диванах, то мы будем находиться в той зоне, где диваны, а здесь мы скажем пару слов о кухне. Мы видим новый концепт, очень интересный концепт, советую всем обратить внимание. Мы идем в том же самом русле, нам не нужны пристенные модули, нам не нужны нестандартные модули, нам не нужны верхние шкафы, нам нужны другие архитектурные решения. Здесь один маленький жест. Маленький жест конструктивный и архитектурный, который полностью меняет все. Мы привыкли с тобой к тому, что столешница всегда накрывает кухонные шкафы, ну то есть кухонные дверцы подходят под столешницу. Здесь обратная ситуация, когда столешница подходит под кухонную дверцу. Смотри, что я делаю. Вот он. Итак, это все полностью закрытые ящики. Сейчас для нас совершенно не важно, как выполнены органайзеры, как построено освещение. Это вторично. Первично то, здесь использован кориан или подобный какой-то минеральный камень, полимерный камень. Столешница утоплена, она образует ванночку. Я бы спросил, как вы добьетесь того, чтобы сюда ничего не протекло и не пролилось. Скорее всего, они мне ответили бы вот этой резинкой. То есть даже при протекании и проливании есть два барьера. Возможно, здесь будет что-то загрязнено, но эта кухня очень премиальная и очень дорогая, поэтому ее будут чистить. Посмотри, как это смотрится. Абсолютно минималистично, лаконично, и только в деталях ты можешь рассмотреть всю суть инноваций. Если ты меня спросишь о высоте фасада или высоте плинтуса, ну, я думаю, фасад чуть ниже опущен, то тут мы видим щель высотой, ну, 9, порядка 8 сантиметров. 5, 6, 5, 7, 8, ну, приблизительно так же. Вот тот шкафчик опускает панель до пола, но это не открывающаяся панель. Вот как это выглядит сбоку. Мы покажем вам со всех сторон, как выглядит вся композиция острова. Безусловно, это огромное пространство кухни-столовой, огромный стол. Ну, могу предположить, здесь где-то, наверное, он 2,5, даже 2,80 и шириной на 1,20 м. На таких колесах, в общем-то, все минималистично, чуть-чуть где-то на грани брутальности. Раз, два, три островных модуля. Как бы без столешницы, с утопленной столешницей, с ванночкой из нержавейки вместо столешницы. Боффи, которые очень опытны в работе с нержавеющей сталью, всегда вы увидите в кухне много элементов из нержавейки. Ну, это еще и дань такому эффекту профессионализма, semi-professional, полупрофессионально.
60. Здесь увеличенная глубина. Обычно это делают 50. Для пиджака достаточно 50. Тут прям чувствуется, что увеличенная глубина. Зато использован очень тоненький профиль. Я думаю, здесь 15 максимум 16, а здесь вообще 10. Ну, это можно воспроизводить в 15 на 15, хотя вот такой прямоугольник смотрится еще изящнее. Полка сточена, хотя она толще. Это МДФ, шпанировано, никто не отделывал здесь особенно каким-то образом край. Просто полакировали, да и все. Да. С двух сторон шпона, здесь обычный МДФ. А возможно, это даже и не... Ну, скорее всего, все-таки шпон. Для того, чтобы держать 60 сантиметров, усилено двумя ребрами. Но так как полосочки очень тоненькие, то это все выглядит как рисунки фломастером в пространстве. И, собственно, гардеробная довольно ажурная и изящная. Покажи, как сделана штука для обуви. Просто и без каких-то финтов, но за счет 60 они ставят в два ряда. Этого обычно не хватает. Как ни наклоняй, все равно это однорядное хранение, либо небрежное хранение. А здесь с маленьким подъемом можно поставить два ряда. Обрати внимание, что подсветок встроенных ни в стойке, ни в полке здесь нет. Только общий свет, хотя его довольно много. Здесь раз, два, три, четыре, восемь больших галогеновых светильников, довольно мощных. Белые стены, много отражения. Тяжеленный ящик, скорее всего, фасад на самом деле они каким-то образом сделали из камня. Как-то его тут соединили между собой, так чтобы никто, и я в том числе, не догадался. Ну, я догадываюсь, но особо распространяться не буду. Столешница тоже очень пластичная и тоже из камня, и очень недешевая. Все это похоже на травертин. Буазери – система, в которую вмонтированы небольшие полки. Мы знаем с тобой, что глубина полки в ванной – это обычно 8-10 сантиметров, тогда как в кухне один предмет – это 15 сантиметров и меньше 12. Ну, 15 максимально, а так 12. То есть кухонная полка обычно чуть побольше, ванная может быть чуть поменьше. То есть здесь, в принципе, даже можно допустить хранение в два ряда небольших каких-то бутылочек, тюбиков. Горизонтальный ритм, все нарезано горизонтально. Смесители, скорее всего, это Фантини, мы их помним, но здесь подписано, что они Боффи. Ну, впечатляет не столько их минималистичность, сколько сама обработка, вот такой бронзовый цвет. Один длинный светодиодный светильник дает нам достаточное количество света, когда мы вот здесь возле зеркала. Вполне достаточно. Свет теплый, ну, может быть, нейтральный, но... теплый, скорее всего, где-то даже до 4000 он не дотянет. А так все очень аккуратно. А вот мы видим сверху более широкую полку. Ну, наверное, сюда можно положить что-то более крупное, банку с солью.
Еще одна конфигурация той же кухни, которую мы вам показывали, с белыми фасадами. Мы внутри кухонной кабины. Той самой кухонной кабины, о которой я вам рассказывал 100 000 раз, рассказывая о наших кухнях. Это чуть больше, чем у нас кухонная кабина, и в нее поместился и небольшой разделочный остров. Разделочный остров мы вам показали в предыдущем сюжете. Здесь, ну, на самом деле, повторю, столешница, которая опущена ниже уровня фасада, как интересный новый штрих, новый маневр формы, такой вираж, который предлагает Бофи в этом году. Мы видим полностью открытое хранение. Все годы, сколько я не посещаю выставки, я смотрю над попытками дизайнеров решить задачу хранения так, чтобы все было открыто и при этом не было некрасиво. Все было открыто и закрывалось одним движением. Работать удобно на абсолютно открытой кухне. Так как эта кухня премиальная, предполагается, что здесь будет прислуга, которая будет наводить порядок. Но мы видим с тобой очень изящные, утонченные, открытые полки для хранения всего. И задняя стенка – это единственное закрытое хранение, потому что это холодное хранение. Холодильник – это тоже шкаф. Вот он. Огромный шкаф. Я вспоминаю какую-то выставку, на которой девушка, представитель компании «Гагинал», с абсолютно искренним удивлением не могла понять, что я считаю 4 холодильника в доме излишеством. В ее понимании, ну, как минимум 4, а лучше больше. Целая стена из холодильников, остров для разделки, открытые стеллажи для того, чтобы все было удобно. И все это вместе кабина. Мы вам покажем фасад. В данном случае фасад стеклянный, витрины. Фасад здесь стеклянный. Это фасад, ну, такое огромное ворота, открывающее и закрывающее эту кабину. Колоссальная штука. Ну, в обычной жизни, если вам не хватит бюджета на такой фасад, можно сделать каким-то более простым решением, возможно, даже закрытым. Концептуально мы видим всю ту же кабину, открытое хранение, не привязанное к стенам и к потолку. Мы видим, что стеллаж не доходит до стены, никто его не пытался вставить, как снаряд в дуло. Остров, на котором можно заниматься разделкой, все под рукой. И колоссальное решение с целой стеной из холодильников. Очень тоненький светильник, я вам скажу, здесь не больше, чем, ну, не знаю, пару тысяч люменов, может быть, там 3000 люменов, которые нам даются на этот стол, и этого будет совершенно достаточно. Диване я хотел показать, ну, во-первых, он может быть не прямоугольный. Ой, какая мягкая пуховая подушка. Кстати, сейчас я гляну высоту, я думаю, что она тоже низкая. И если мы действительно хотим добиться, чтобы было красиво, ну, не так, чтобы очень. 41 где-то, 40-41 сантиметр. Здесь важно увидеть вот эта подушка для того, чтобы облокотиться. Просмотри, как она прострочена, и к ней пришит вот этот валик. Валик позволяет ей облокотиться, но не смяться. То есть она становится вот такой, довольно удобной. Здесь большая глубина, я тебе скажу, здесь у нас до вот этой подушки остается... Ого-го! Я неправильно открыл. Я думаю, здесь это 80 будет. Сейчас. Да, 80. Это до подушки. Но эта подушка двигается. Мы можем ее поставить и дальше. Возможно, ее как-то можно и расположить. С моей больной спиной мне не так удобно. Не будем экспериментировать. Пусть она будет вот такой.
Имеется в виду, что она мобильная. Она тяжелая и мобильная. И мы можем ее расположить так, как нам хочется. Если это будет не одна подушка и не один пуф, а несколько элементов, то с ними можно играть в разные функциональности. Совершенно точно можно сказать, что украинскому рынку не хватает производителя, который бы сделал диван с вот такими, вот с такой функциональностью. Ну, мы уже с тобой видим, большинство диванов сегодня – это один уровень спинки и подлокотника, для того, чтобы можно было на нем сидеть, лежать в разных направлениях. Ну, скажем, вот так тоже. Вот так тоже. Сидеть, когда один человек сидит так, а другой сидит поперек. То есть это тоже прикольная штука. Но здесь интересный сам материал и смотри на эту обтекаемую конструкцию. Натянутая, обтекаемая конструкция. Здесь упругий полиуретан, здесь, наверное, металлический каркас. Классная штука. Посмотри, как она будет выглядеть сбоку. Мы тебе покажем, как этот шов сделан, как самолетное крыло. Обтекаемая форма. Очень изящная, очень утонченная. Очень вместительное, если уместно это слово, потому что габарит приблизительно совпадает с внутренним размером.